Регулярное пополнение профессиональных знаний и обобщение опыта – важнейшие условия развития судейского корпуса, считают специалисты. Судьи обязаны знать все тенденции и новеллы постоянно меняющихся федерального законодательства. Для этого проводятся учебно-практические семинары. В первую очередь, это, конечно, повышение квалификации судьи с целью того, чтобы совершенствовать и свою работу, и улучшить те решения, которые судом принимаются. Помимо семинаров, ежегодно порядка 20 судей проходят курсы повышения квалификации в различных институтах и учебных заведениях. В связи с существенным обновлением судейского корпуса, тем более эти семинары являются актуальными и необходимыми, что позволяет быстро, качественно вновь назначенным судьям войти в профессиональную деятельность и осуществлять правосудие на должном профессиональном уровне. Подводя итоги семинара, председатель Курганского областного суда Сергей Уваров подчеркнул, что настоящая практика профессиональной учебы судей будет использоваться и в дальнейшем. Алена Анашкина, информационное агентство «Курган.ру».